89-й год. Кишинев. Юбилей троллейбусного управления. Местный партийный организатор дерзко заявил приднестровской делегации, мол, если хотите, чтобы бендеры стали вашими, окопайте город и заполните ров речной водой. На что получил достойный ответ. Мы прикрутим бендеры к Тирасполю 4 медными проводами с сечением 90 мм. Речь шла о троллейбусной линии. Планы соединить Тирасполь и Бендеры появились еще в конце 80-х. Тогда между городами ходил всего один рейсовый автобус, номер 20. Его не хватало. Начали тянуть провода для троллейбуса. Помешала война. Бои шли как раз по этой троллейбусной линии. На мосту были снесены опоры, контактная сеть снесена была, разрушена была тяговая подстанция. И, честно скажу, не боюсь быть нескромным, мне пришла в голову именно к 19 июня пустить троллейбусную линию Тирасполь-Бендеры. Идею поддержали, но встал вопрос, какой номер должен быть у нового маршрута? Тогдашний председатель Бендерского горосполкома Когут Вячеслав Васильевич высказал предложение, чтобы это был номер 19, память о горестном 19 июня 92 года. Но мы приняли это решение, за ночь переделали трафареты, и с тех пор это номер 19, маршрут. С тех пор номер не менялся. Елена Карпова, водитель троллейбуса, за рулем уже несколько лет. Говорит, проще работать на 19-м, чем на той же двойке. Расстояние маршрута одинаковое, но скорости разные. Проще за городом ехать, конечно. В городе очень много машин, иногда даже пробки есть. Один круг от конечной на совхозе Фрунзе в Тирасполе до Бендер и обратно занимает меньше полутора часов. Интервал 10-15 минут. Каждый день 19-й троллейбус выходит на рейс. Теперь это привычный маршрут. Но в следующий раз, когда будете ехать в Бендеры на троллейбусе, вспомните, он не зря носит 19-й номер.